в шприц набирается акрил, чтобы можно было сделать рельеф на бумаге и чтобы было выпуклое изображение. Это можно делать и портрет, и натюрморт, и пейзаж. Акватипе – это печать на бумагу с водяной поверхности. Для этого используются масляные краски. Берется масляная краска и разбавляется пененом. И тщательно взбалтывается очень немного краски, много разбавителя, чтобы с водяной поверхности краска не проступала на обратную сторону бумаги, чтобы не было никаких жирных пятен. Шприцем выпускается на поверхность, потому что если выпускать из баночки, то краска может оседать на дно. И теперь прикладываю бумагу. Сейчас еще одну сделаю абстрактную работу. При акватипе краски не смешиваются, а как бы проникают одна в другую, и не получается грязи, как можно было бы эти краски смешать при помощи кисти.